six eyes for the upper light, eight pseudo wings for the pseudo flight, brilliant colorful. Как тупица в две недели, но мы даже не сумели осознать за 20 лет, что мы чертовски зависимы от времени, от мнения сторонних людей, в принятии решений критичных даже вплоть до виражей орбитальных кораблей, ведь объективности нет, как и логики. Дело не в нас, дело не в людях. Мелом на доске прописать мы можем прелюдий, но решить, применить как есть мы не можем, ведь на грани обязательно будет вероятность помех, но выискивать в хаосе и выносить на блюде правила суд нас всех. Что за большие умы получили люди, окруженные в здании, но не приспособленные к жизни в обществе эмоциональных созданий, где все происходит под эгоистичным мотивом, даже оценка стараний вплоть до примитивных инстинктов. На повестке дня вопрос: а нахер ты нужен, если ты вдруг оказался простужен и тебе заложило уши, когда ты успешно вышел наружу в эту осеннюю стужу, в эту сибирскую глушь. Так что послушай мне концепт эмоциональных законов. Всем все похер, всем конечно и так все похер, но всем будет похер вообще на все. Бездушные твари не выживут в мире, и нужно прожить хотя бы годы 4 в стремлении жить, совершая ошибки. Стоящий вопрос не имеет решений. Range of our mind, going through the time. Great, good time for you. With that demeanor of the basis, what I feel inclined. How they look like, what they thought, and what can you say? How many blocks if the freedom means it could risk your life. What that world left around us, so we think it's cool. Six cents for the upper light, eight pseudo wings for the pseudo black. Thank you.